Хорошие. Я в шоке. Не то, что я в шоке, я привыкла так постоянно быть в таком состоянии. Ну вот, что я вам расскажу сейчас. Посмотрите на эту красоту. Дело в том, что сегодня годовщина нашей женитьбы с моим любимым мужем. Муж, как обычно, встал, поцеловал меня. Ну, позавтракали мы, и он вышел куда-то. Ну, я занималась своими делами, в Ютубе сидела, и сейчас решила заняться уборкой и приняла душ. И вдруг я в душе, и звонят снизу. Я не открываю. Звонят в дверь, а я не могу выбежать с душа. В общем, думала, мой муж меня разыгрывает. У него что, ключей нету? Так вот, не хочу показывать себя, только вышла с душа, с полотенцами, в халате. Страшно на себя смотреть. Так вот, мои хорошие, посмотрела в глазу, какой-то парень стоит с цветами. Я говорю, минуту, вот вышла, и вот он говорит, Светлана, а та, да, вот вам передали. Представляете, турецкие мужья какие делают сюрпризы. Ну, и на этом сюрприз, я точно уверена, не заканчивается. Знаете, что я хотела очень такой цветок, мужское счастье, потому что у меня есть женское счастье. И я вот недавно заикнулась. Женское счастье скучает без мужского счастья. И вот он сделал мне такой подарок. Спасибо моему любимому мужу. И вот открыточка такая. Спасибо большое. Ждите дальше, какой сюрприз меня ожидает. Мои хорошие, после цветов мой муж прислал мне сообщение, чтобы я собиралась. И он меня приглашает в ресторан поужинать. Я привела себя в порядок, сделала такой макияж, как я вам. Виртан, Эмбенин, спасибо тебе большое. Да поцелуй. Чок, спасибо, чок, спасибо. Мой единственный любимый мусь. Какой цветочек он мне подарил. Ашкин, куда мы идем? Нере, гидиорус. А? Нере, соли. Сен бана сюрприз я поеду. Эвет, сен бана сюрприз я пьюрс. Ашкин, сен беним. Ну что, мои хорошие, мы собрались гулять в ресторан. Вот так вот я сегодня вырядила все. Друзья мои, мы сидим с Эндером, наконец-то пришли в ресторан. Сейчас скоро будет здесь веселье. Друзья мои, хочу выпить за каждого из вас. Дай Бог вам счастья, любви, чтобы ваши совместные прожитые года только радовали вас. Вы были искренне счастливы. И цените и уважайте свои отношения, свою жизнь. За всех вас, мои хорошие. Так проголодали, что забыла даже видео снять. Вот что осталось от рыбы нашей. Это креветки. Сейчас начинается веселье. Рядом с нами тоже день рождения празднуют. Я хочу поделиться с вами своими ощущениями о жизни. Я действительно благодарна Богу за то, что происходит со мной сейчас. Я много настрадала жизни, видела и плохое, очень много плохого, конечно, и хорошее. Я счастлива, что у меня есть двое прекрасных детей, трое внуков. У меня есть семья, мамочка есть моя. Ну, я и бесспорно счастлива тем, что у меня в жизни появился такой мужчина, как мой муж. Спасибо за все. То сейчас я нахожусь в таком состоянии. Мне очень много прошло прожить и пройти трудности в моей жизни. И, наверное, Бог на все мое хорошее вознаградил меня тем, что сейчас я имею. Так что я всем вам желаю бесспорно быть счастливыми. Идите вперед, никогда никого не ищите, счастье всегда найдет вас. Поверьте, это так. Занимайтесь своими делами, своей жизнью, своей самореализацией, и вы будете вознаграждены. Но я сейчас немножко поболтала с вами, так захотелось под такую прекрасную музыку поговорить с вами. Как раз мой муж любимый пришел, мой золотой. Мой любимый, я тебя очень люблю. Я счастлива, что я встретила тебя. Чок му твою машкин сенни гёрдум, гёрушту, булдум. Чок му твою.
aşkım. Ben sen, de aşkım. Sen söyle. Ben de aşkım. Çok mutluyum. Gerçekten. Gerçekten. Bu sami slyşır. O zaman Türkiye'de devam eder mi? Романтика, друзья мои. Как для нас готовят. Не зажигается свеча. Ура, зажглась. Очень güzel масса, bizim masa oldu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Konuşumu şeyden sonra bıraktım. Sonraki. Bunlar gelince bunun olması lazım. Teşekkür ederim. Какую романтику делает нам ресторан? Thank you.
Çok seviyorum her şeyi.